Внимание, внимание, говорит и показывает Москва. Дорогие друзья, сегодня 26 июля 2016 года, прошу прощения. Я сегодня приехал из Ленинграда, еще пока не понял, где я нахожусь. Дорогие друзья, все прогрессивное человечество, все люди доброй воли празднуют вторые 25 лет молодого, красивого, к сожалению, женатого мужчины, которого знают и любят все, кто хоть раз в жизни интересовался русской авиацией, дорогие друзья. Здесь русские слова прилагательные. Русский украинец, русский белорус, русский еврей, русский таджик. Все, кто говорит на русском, все русские. Как известно, главная сила воина не в его автомате, не в его самолете, не в его ракете, а в его душе, которая помогает держать подбитый самолет. И вы знаете, что во время Великой Отечественной войны тяжело раненые летчики доводили свои боевые машины до земли. Не уходи, не уходи. Здесь стой. Иди сюда, сейчас. Просто это официальная процедура. Я, извините, я забыл представиться. Исполнительный директор Всероссийского фестиваля патриотической песни «За Россию, десант и спецназ», полковник запаса Михаил Калинкин. Не, мне плохо, меня это не что он знает. Тихо. Он врет, что его никто не знает. Дорогие друзья, наш фестиваль 5 лет уже проходит. В прошлом году мы провели 161 концерт, в этом всего 125. Мы ездили в 2 раза в Сирию. В том числе Николай. Вот. Мы ездили в Донецк, Луганск, мы были за пределами нашей Родины, и наш фестиваль стал уже народным, и мы решили, что мы не будем делать прослушивание, так называемых, выбирать там, кто лучше, кто хуже. Есть люди, которых знают все. И мы просто попросили Николая принять от Союза десантников России, от героя Советского Союза, генерал-полковника Александровича Востротина, почетное звание почетного лауреата фестиваля «За Россию, десант и спецназ». Этому человеку не нужны никакие звания. Он сам уже стал отдельной планетой Солнечной системы. Он создал свою Вселенную, которую поднимает нас на небо и позволяет каждому человеку летать на вертолетах, на самолетах, сбивать, садиться на брюхо и так далее. И он делает самое главное, он душу человеческую в нашей нынешней кошмарной обстановке, когда против нас воюют опять 25 стран, как 75 лет назад. Он помогает нам оставаться самими собой в этом кошмарном беспределе, когда по интернету нашим детям показывают, как F-16 сбивает МиГ-25, а дети играют в эти игрушки. Николай Анисимов делает то, что не делают десятки и сотни тысяч людей, которым за это платит государство. Он родину нашу. Родина — это не нефть и не газ, это не территория. Это не крики и размахивание флагом. Это 24 часа в сутки ты должен работать и жить по-человечески. Так, чтобы твои соседи с тобой здоровались первым. Так, чтобы твои дети были самыми лучшими, потому что это дети летчиков. И летчик — это высокое, великое звание человека. И все это делает вот этот скромный человек Николай Анисимов. Дорогие друзья, фотограф, иди сюда, зайка. Куда пришел? Дорогие друзья, от имени Союза десантников России и от всех нормальных людей нашей страны, да, я думаю, что вы меня понимаете, о чем я говорю, да, мы хотим, вот у него ни одного звания нету, к сожалению. Ему они не нужны, конечно, таким людям звания не нужны. Ну, понятно, да, но просто вот там трижды заслуженный артист там республики. Да, да. Кавалер орденов Троцкого и Рыкова. Он наш. Ну, у этого человека, и мы считаем, должно быть, как вот медаль за отвагу, знаете, да, там? Медаль за отвагу, пробитая пуля. Мы хотим, чтобы этот человек, мы хотим попросить его, и он согласился, чтобы этот человек, если его спросят, а ты кто, Колька? Есть, к сожалению, еще небольшое количество людей, которые на пределах СССР не знают, кто такой Николай Анисимов. И он мог сказать: я лауреат Всероссийского фестиваля «За Россию, десант и спецназ». Без дураков. В присутствии стольких свидетелей. Снимайте, пожалуйста. Извините, я очень долго говорил, я волновался и сильно устал. Слава ДВ. Дорогие друзья, кто сказал слово ДВ? Я. Yeah. Молодец. Дорогие друзья, пока я ехал сюда, я волновался, написал песню, посвященную Николаю. Нет, здесь стой, здесь, пожалуйста, здесь стой. И купайся в лучах славы. Тишина в студии.
увлеченный небесными высями, поднимает нас в небо высокое. Николай наш товарищ Анисима улетит над землей ясным соколом. Он нас рифмами точными радует, он нам дарит свое вдохновение. Его песни нам лучшей наградою в понедельнике и в воскресенье. Есть, конечно, Носковы и Дольны, Пугачевы и Бабкины разные, только муза блестящая Колина нам за правду дает жизнь праздновать. Для него не нужны переводчики, говорит он красиво и правильно, и душа настоящего летчика Николаем по-русски прославлена. И душа настоящего летчика Николаем по-русски прославлена. Под моторов раскаты сквозь небесную мату он с такой крылатой одолел в МС, путь завидует НАТО. Небо русским солдатам нет удач супостатам. Песен Колькиных без ты прославивший летчика дня, одолевший с природой бои, одолей нас стихами своими, поднимай на высоты свои. Ну так что ж, дорогой именинник, за тебя уже вмазать пора. Все налили. Налили быстро. Подняли. Кто не поднял и не налил, тот американский шпион. Ну, спасибо, ты лучше. И еще раз. Ну так что ж, дорогой именинник, за тебя уже выпить пора. Мы за это закрутим полтинник. Троекратно все вместе, ура! Миша, спасибо большое тебе. Ты лучший.